жизни каждый человек может оказаться в клетке. В клетке отношений, в клетке обстоятельств, в клетке химической зависимости. В попытках вырваться многие терпят фиаско, раз за разом. В конце концов, люди привыкают, мол, клетка, знать, судьба такая. Правда в том, что клетка эта в голове. Хочешь вновь вдохнуть свободы, как весной белый цвет? Психолог-практик Наталья Ганиева. Консультации, авторские методы, реальная помощь онлайн.